В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципалитете начали приводить в порядок жилые здания. В настоящее время осуществляют ремонт домов в исторической части города. В список работ входит ремонт фасадов, замена кровли. На сегодняшний день уже отремонтированы дома 1 и 5 на улице Новая. Продолжаются работы на Радиальной улице. Также ремонт многоквартирных зданий осуществляют и в других местах муниципалитета. Выходим на работы сейчас по утеплению фасада термовентом. Это про Ежуковский дом 1. По развилке ведем работы по ремонту плоских кровель. Адресный перечень, сроки, виды, объемы работ составляет администрация городского округа совместно с управляющей компанией. Напомним, что в Московской области программу капитального ремонта реализуют с 2014 года.